Привет! Я Флаффи! Добро пожаловать в Королевский музей! Вау! Здесь столько интересного! Жаль, что у нас мало времени! Надо найти дорогу из Лондона! Не волнуйся, я помогу тебе, но сначала тебе надо закончить пару заданий. Так что? Думаю, что слуга Круэлла Лапель прячется где-то здесь. Поэтому несколько ценных артефактов пропало. Надо их всех найти и положить на место до открытия музея завтра. Нам нужно действовать уже сейчас. Окей, как мы можем помочь? Первый артефакт – это древняя монета, сделанная римлянами. Надо положить ее на римскую выставку. Найди монету и принеси ее мне. Ладно, до встречи. Thank you.
поймал. Отлично! Поймал! Спасибо, что освободили меня. Ловушка лапеля. Как смешно. Даже если бы я туда залез. Я смогу пролезть через эту дырку сбоку. Эй, у меня идея. Как лапеля разозлиться? Все, что мне надо сделать, это прыгнуть вон в тот саркофаг. Сейчас я вытащу палку и вуаля! Что? Моя гениальная ловушка не сработала! Оу. Отлично! Щеночек попал в ловушку! Как всегда, я победил! Ну где же ты, мой дорогой? Алло! Бедный лапель! Выпустите меня! Здесь так темно! Ну, хоть его мамочка его любит. Я ненавижу это мрачное место!
руку придержу. Отлично, ты вернул монету. Я позабочусь, чтобы ее положили на место. Следующий артефакт, который тебе нужно найти, это жук-скарабей. Символ вечной жизни. Он должен быть на пирамиде в египетском зале. Ладно, я скоро вернусь. Скоробей, Флаффи, что дальше? Отлично, друзья. Следующий пропавший артефакт – это ископаемая кость динозавра юрского периода, бронтозавра. Ням, гигантская кость. Извините, но ископаемые тверды как камень, они невкусные. Да, мы вернемся как только сможем.
нашел коточку? А, да, было тяжеловато. Что дальше? Я проверил выставку королевских сокровищ. Пропала корона короля Генри 18-го. Верни ее, и я помогу тебе. Ага, вот и корона. Свобода! Корона, это все? Это еще не все. Найди бублик из желе. Бублик? Я объясню все, когда ты вернешься. Как скажешь, Флаппи.
Вот бублик. А что теперь? Эй, Флаффи, ты съел бублик? Да, для этого он и был нужен. Извините. Как нам выбраться из Лондона? Мы вернули все артефакты на место, и ночной сторож открыл заднюю дверь. Идите туда, и приготовьтесь к следующей части вашего путешествия по метро. Спасибо, Флаффи, не ешь много бубликов.